Такое случается лишь раз в 2 года. И этот момент наступил. Учителя со всего областного центра собрались вместе, чтобы поднять запорожскую педагогику на новый уровень. Для этого устроили традиционную выставку достижений в сфере образования. На ней побывали и наши журналисты. Торжественный момент, и перед глазами предстает все, что запорожские педагоги успели наработать за целых 2 года. На выставку шутят, может, внешне и не слишком похоже, зато экспонаты не менее ценны. Учителю и вообще педработнику важно видеть, что происходит в мире нового, чем живут его коллеги, товарищи, соперники по тем результатам, которые мы показываем. Поэтому раз в 2 года увидеть что-то новое очень полезно. Ми зустрічаємося з цим досвідом і потім молоді вчителі, особливо розраховано це на молодих, тому що легше ми знаємо завжди навчити, чим перевчити. І я думаю, що ви сьогодні на цій виставці отримаєте велике задоволення, велику користь, познайомившись з тим досвідом, який вам буде представлений. Помимо спецвиставки, молодые учителя смогли посетить тематические секции, которые вели педагоги со стажем. Выбрать право прочитать лекцию для своих же коллег было непросто, признаются преподаватели. Самые интересные доклады определили путем интернет-голосования. А лучшим представителям профессии вручили награды. Образование, для того, чтобы оно реально было самым лучшим, вот и посвящаются такие семинары, такие выставки, где в любом случае время идет вперед, и в любом случае нам нужно что-то новое предпринимать, что-то новое изобретать, для того, чтобы мы действительно реально стали и были, и продолжали быть лучшими в образовании. 7-я педагогическая выставка пройдет через 2 года. Подготовка к ней уже началась. Так уверены в мэрии, мир увидит еще множество новых методов обучения школьников в условиях технического прогресса.